Погибшему в омскому суде Сергею Москаленко не будут предъявлять обвинения в убийстве. Такое решение приняла в Москве высшая квалификационная коллегия судей, куда ранее обращалась с жалобой его дочь. Напомню, по версии следствия, именно Москаленко убил бизнесмена Виктора Берга. Якобы он получил от застройщика, обвиняемого в присвоении средств дольщиков, 8 миллионов рублей. Позже Берга убили, в январе покончил с собой и судья. Разрешение на то, чтобы посмертно предъявить обвинение, дали коллеги Москаленко, но родственники решение оспорили. На заседании в Москве дочь Москаленко заявила, что по этому делу не было проведено экспертиз. Также не было других версий убийства. Мы все свои доводы излагали в жалобе. В данной жалобе мы опротестовывали и выражали свое несогласие с решением квалификационной коллегии судей Омской области. По итогам рассмотрения вчера жалобы адвоката Хабарова и моей жалобы, решение квалификационной коллегии судей Омской области было отменено.